Максим, какую вату будешь цвет? Какую сладкую вату? Зелененькую? Первый раз Максим будет пробовать сладкую вату. Да? Иди, бери. Блин, она сама летит туда к ней. Максим, сделали. Thank you. А теперь можно ее кушать. Не, бери ртом прямо кусай. Это кушать ее, Максим. Об стол не трогай только. Ну как? Вкусненькая? Дашь маме попробовать? Можешь рвать рукой, если хочешь. Она прилипает. Повезло тебе, мама увидела своим четким глазом. Ты будешь, Максим? Любит сладости мама, да? Да. А кто не на любит, тарелочку. Не любит сладости. Я люблю сладости. Мама очень любит сладости. И папа любит сладости. И Максима сладоежка, да? Мне пока это. Спасибо за просмотр! Подписывайтесь на канал Гулятка!